Всем привет! Реклама автомобилей в журнале «За рулем». Июнь 2007, номер 912. Прямо посмотрю. Рено Мегани. Красивое решение. Главный редактор был тогда еще Петр Меньших. Toyota Alice. В официальном деле Toyota. Мы ищем, напоминаю, рекламы автомобилей, так сказать. Subaru Forester автомобиль 2006 года в России. В официальных дилерах Subaru и в России, и в Белоруссии. Ну, это Kia Rio 2007 года. В официальных дилерах Kia Motors. Lada Priora на всех дорогах страны. В официальных дилерах Lada. А это Kia Megans, производитель Kia Motors. Дорога на Олимпиаду в Сочи 2014, так сказать. Сочи 2014 год. Sony, Walkman тот самый. Правда, там нету телефона Sony Ericsson Walkman. Ну, ладно, было такое. Grand Visa Suzuki, Fortuner Suzuki, признан в 55 странах мира, Opel Astra, когда захватывает дух в Fortuner Opel. А это Ford C-Max, Fortuner Ford. Так, Italiano Vero, итальянский какой-то. За 60 дней успеть со скидкой до 60 000 рублей. Сан Йонг Вектон до 2007 года еще актуален. Официально Сан Йонга. Ну, это же ностальгия 2007. Ну, правильно, что это ностальгия. Kia Ceed. Семейный повод в жизни. Ну, повод твоей жизни. Официально Kia Motors. И это автомобили Китая Grand Visa новых. Госгострах. Audi A4. Азарт победителя. Fiat Добу по обе стороны жизни. В официальных Фиата. Приора там показана. Ford C-Max автомобиль года 2007. Автопассаж официальный дилер. Chevrolet Niva. Недорожник номер 1. Номер по итогам 2005-2006 года в России. Банк Москвы в официальном дилерах «Шевроле». УАЗ «Патриот» в официальном дилерах «УАЗа». Верный, надежный друг. А это автомобиль Mitsubishi Motors. Так сказать, в официальном дилерах Mitsubishi. Kia Spectre в официальном дилерах Kia Motors. Так, быстрый как Логан. Мы ищем рекламу автомобилей, так сказать. А это Fiat Grand Muto. В официальных Fiat. Бочкарев. Chevrolet плюс большая семья в отчете. Чем про Chevrolet в отчете. Хэтчбэк, универсал и седан. В официальных делах Chevrolet. Мы ищем еще рекламу автомобилей. Буду авто. F3. В официальных делах автомобили Китая. Так, мы ищем еще рекламу автомобилей. Chevrolet плюс, я окажусь, Chevrolet Lachetti, тот же самый в Александре Chevrolet. Мы ищем рекламу автомобилей. Вот Deo Matisse. Качество, доступность, наше достоинство в Александре. Deo Matisse и Deo Nexia тоже было. Досекая новых вершин. Toyota Alliance. В Александре Toyota. Так. Nissan Tiena, гармония вашего успеха в официальных дилерах Nissan. Это Kia Rio седан и хэтчбэк. Новая Skoda Octavia Colt. Будет вызов в дорогам в официальных дилерах Skoda. Узкий стандарт банк. Toyota Zerat Emotion. Ты смотришь на него в официальных дилерах. Официальный дилер Nick Motors Holding. Как? Да? Да. Китайский прорыв,
было дело. Подвели итоги 2006 года. Так, мы еще ищем рекламу автомобилей. Водитель-испытатель. Kia Sorrow. Гарантия 5 лет. Взять я Kia Rio. Это еще Scania. Та самая была. Ford Transit Connect. Официальных дилерах Форда. Transport Profit. В официальных дилерах Volkswagen. Hyundai Trax Isbus. В официальных дилерах Hyundai. Фиат Добикону, любое дело ни почем, в дилерах Фиата. И все, с одной стороны, все грузовики кажутся одинаковыми, три года подумают иначе. В официальных дилерах Hyundai и Tagaz. Крупнейший в Азии. Лучшее решение компактирования даже Ford Tanest, Брус, Конекс, Иван. В официальных дилерах, официальные дилеры Автопассаж. CDNC5, территория комфорта. Ситроена. Мы ищем еще рекламу автомобилей. Так, ищем рекламу автомобилей. Автомобильную рекламу. УАЗы там всякие. Свободен от условий. Твой выбор. Бернинс. Официальный кит продаж Китай. Ну да, был такой китайский автомобиль. Встречайте будущее новый Mitsubishi Adventure в официальных дилерах Mitsubishi. На 6 автомобильных масел было дело. Ремонт и сервис. Ford Fusion. Компактный вместительный с высокой подвеской. Официальный дилер группа компании «Независимость». Тонкая подстройка. Мы ищем рекламу автомобилей. Автосалон в Нью-Йорке. Правда, многие автосалоны через 13 лет в 2020 году отменяли. В том числе и Женевский автосалон 2020 года из-за коронавируса. Так ведь в 2007 году ничего не отменяли. Так как еще ковида тогда не было. Даже тюнинг по возможности не рассказывали. И ГАД, официальная помощь на дороге. Это ФМ, тот же самый. Узкий лед. Как по рельсам. Автодегустации всякие там. Но мы ищем рекламу автомобилей. Вот, покупайте с уверенностью за рулем. Товары почты за рулем. Убежать от лавины. Инструменты с именем Сорокин 2007. Веб-странички. 80 лет журнала за рулем. Как раз накануне этого дела. И полезные страницы, реклама всякая там еще. Даже про рейс узнали, издание такое, бизнес-издание, цели дилеров. Ну, тут еще вот это. Автопассаж и цены дилеров Land Rover Discovery 3. И You is Impix. Официальный дилер Mazda 6 и Ford Focus C-Max и Ford C-Max. Удачный выбор того самого. Еще рекламы автомобилей. Ищем автомобильные рекламы. Автомир автомобилей ничего. Тут еще и про гран-при рассказывали, как таково. И анкета тоже. И мегафон. Будущее зависит от тебя. Старый логотип мегафона. Ну, ладно, на этом уже все.